трафик. Это Шератон улица. Собираемся в текстильный магазин Карпуша. Говорят, там очень классные полотенца, качественные и мягкие. Магазин «Нильский фараон» по типу Клеопатры. Заходить не буду. «Нильский фараон» – сувенирная лавка. Это старый город Хургада, улица Шератон. По ней можно долго ходить. Но лучше внутри магазинов покупать, нежели в открытых ларьках. Не советую. Вот, Марина. Там мечеть. Да, смотреть по сторонам надо, а то могут протаранить. Мечеть. На Марина. Магазинчики. Немножко Хургады. Вам в ленту. А мне на память. Здрасте, какая красота. Сувениры. Рогтики. Такая штучка. Каркаде будем брать. Доллар. Вот это вот, забыла, как называется. Доллар. Все возьмем. И фруктов много. Да, тут очень жарко. Вот, я уже выпила кофе, кстати, с кардамоном, турецкий, без 20:10, да, надо будет идти скоро. Вот тут гостиница. Хорошо, да, мы тут. Вот они, пошли. Были в Хургаде, в Old Town именно, гуаву вот такой купили коктейль. Честно скажу, не помню, сколько стоит, потому что рассчитывалась я в фунтах на тот момент. Вот такой вот напиток, это не напиток, это тоже сок. По поводу вот такого чая, кто говорит, что это лимонное, кто мандариновое. На территории отеля обычно его продают $5 за 100 грамм, не ведитесь, я нашла за доллар. Купили манго, вот такое. В общем, манго и папайя, какая-то она страшная. За все это $10, но я считаю, это дорого.